Девчоночки, здравствуйте, мои дорогие. Хочу показать вся в клине, как я делаю пасту. Вот жаль, здесь не видно. Она вся блестит. Вы знаете, вот видите, вот здесь где-то поблескивает. Желтая украинская. Как жаль, что вот не очень видно вроде, да? Вот где-то видно, где-то. Так. Ну вот, этот кусочек у нас последний. Этот кусочек предпоследний. Ну вот. В общем, он такой. Ну, он весь такой блестит, вы знаете. Ну вот она, коробочка наша. Такая упаковка желтая. Красавица, кусковая желтая. Вот mel.ok.com. Пожалуйста, кто хочет заказать. Вот, кстати, ихний номер телефона. Пожалуйста, можете посмотреть. Вот, запишите и звоните. Ну и вот так мы будем заливать это кипяточком. Примерно вот так. Вы знаете, так. Процесс будет, наверное, такой долгий. Ну и вот моя деревянная ложечка. Вот. Звуки хорошие. Но глина, девчонки, чистая, гладкая. Просто вот супер глина на самом деле. Так, сейчас, секундочку, вот так. А запах, девчонки, ой, запах. Ой, боже мой. Ну, в общем, так он сейчас постоит. Ну вот, девчонки, ну где-то минут, наверное, 10 оно постояло. Потом я начинаю его вот так вот просто как сказать, да? Дробить его на кусочки. Он такой прям маслянистый, вы знаете. Мерабалар, так и пчелорам. Бюлебен киль пастасыны я пьёрум. Яны сачак су үстену куйорус. Bekletiyoruz 10-15 dakika. Sonra böyle ezmeye başlıyoruz. Ну вот, девчоночки, в общем, вот такая процедура. А потом просто я ее начинаю мешать без остановки где-то полчаса, девочки. Просто вот постоянно. Ну, в общем, я с ней вожусь очень как бы так муторно и долго. Вот, пока она не приобретет у меня воздушный такой эффект, да, скажем так. Вот, когда он уже у меня получается такой процесс, вот такой. Просто я на одной руке держу телефон, а то бы я вам показала. В общем,
Начинаем мешать в круговую. И он сейчас просто у меня не будет, наверное. Сейчас я попробую поставить телефон. Секундочку. Ну вот, поставила с горем пополам. Ха, телефон. И то не знаю, может свалиться, девочки. В общем, он у меня вот такой. Но я с ним работаю так медленно. И потому что он же у нас любит брызгаться еще там на весь дунья, да, скажем так. И вот каждая частичка должна впитаться водичкой. Она такая супер сливочная, супер просто. Ой, а запах я вообще не могу передать. Так, сейчас принесу еще одну деревянную ложечку. Вот так вот. Только деревянными ложечками я начинаю их просто вот, вот так мешать. Вот так, когда мешаешь, не сильно. Вот она получается такая воздушная-воздушная. Но это такой процесс, вы знаете, мне нравится очень. Потому что когда мешаешь, идет запах. Офигенно. Ой-ой-ой, телефон шевелится. Ой, он такой, вы знаете, и в то же время как глянец блестит просто офигенно. И вот эти комочки все начинаю я вот так вот просто пурпурная. Так, нальем немножечко водички. Потому что есть хорошие такие еще большие комочки. Они тоже будут требовать воды побольше. Ну и вот так, девчонки, я просто его мешаю. Вот просто вот так мешаю, и он доходит до однородной массы. Она такая скользкая, гладкая. Takipçilerim böyle ben yapıyorum pasta kendime. И начинаю по краю уже, когда становится помягче, по краю тарелочки это все вот, вот так. Ну, в общем, требует времени. Галинка, наша каша. Эта каша называется каша из желтой. Ну просто она получается превосходная, вы знаете, ой, вообще
Прям честно скажу, меня просят поесть на экран глину. Девчонки, я не могу столько глины съесть. Понимаете? Я могу съесть 2 ложки. Ну, 3 ложки. Но вы понимаете, что у меня будут потом проблемы, да, с кишечником. Конечно, может быть, многим все равно, что у меня там будет. Но для меня, как бы, мое здоровье тоже. Я и так глотаю. Я когда ем глину с мелом, я глотаю в основном большую часть, 70%, даже 80% я глотаю. Может быть, 1-2 раза я не проглочу. Есть такое, конечно же. Ну, я все-таки человек, да, не который ест, привык есть пищу, а иногда глину. Да, есть такое, но не в таких же количествах. Могу есть, конечно, эту глину, она вообще суперная. Ну, опять же, немного, девочки, а то просят меня ложками поесть глину. Ну, смысл, девчонки, конечно, я могу снять это видео, чтобы я ложками ела глину, но я ее не буду глотать. Если вы согласны, конечно, я сниму такое видео. Я проглочу, может, 1-2 раза, и все. Больше я не смогу. Вы хотите меня убить? Так не пойдет, девчоночки. Надо все-таки к этому подходить более, наверное, как-то понятливо, да, что невозможно глотать. Никто из мелоежек, я даже могу сказать, не глотает 100% все. Они тоже глотают столько, сколько принимает организм. Больше его невозможно проглотить, потому что просто будет рвотный рефлекс автоматически. Потому что это уже было. И вот. Относитесь с пониманием. Просто я это не делаю для того, чтобы там заработать или что-то. Я просто это ем каждый день и без вас. Ну, хочу снимать. Когда уже начала снимать, да, конечно же, интересно уже и другие процессы, да, чтобы монетизировали канал уже туда-сюда. Очень интересно этот процесс. Но поверьте мне, вы, наверное, тоже знаете, что с мелом, с глиной, там, не знаю, не всегда монетизируют, этого нету, чтобы каждое видео там прошло монетизацию, я не знаю. Но если у кого-то есть, я просто рада за это, но такого нету. И трансляции мои, кстати, тоже, только 3 трансляции монетизировали, а остальное нет. Могу вам так сказать, я с вами просто так общаюсь, потому что мне интересно. А если у меня не монетизируют трансляцию, это же не значит, что я не хочу с вами общаться. Ну и бог с ним. Для меня главное общение, зато мы пообщаемся, правильно? Сколько было монетизации, поверьте мне, ой, этих прямых эфиров, только 3 у меня монетизировали, остальные все. Я все равно хочу общаться. Ну и пусть, что теперь делать? А то ж некоторые думают, вот ради этого. Если бы ради этого, то я бы прямой эфир и не вела бы, потому что знаю, что не монетизируют уже как-то у меня. Но однако же я веду для общения с вами. Мне нравится очень с вами общаться. Как-то позитив такой, знаете, на несколько дней даже. Вот. Видите, комочки. В общем, вот эти комочки, девчонки, я начинаю вот так вот по краям давить. Ой, опять это. Когда закончится ноябрь? Боже мой, надеюсь, декабря этого уже не будет. Вот. Просто получается вот такой, девчонки. Вот это все мелкое, которое там, видите, комочки, да?
Я их всех дроблю. Вот до последнего вот так сижу и тру их, и тру. Ну, потому что пока смотрю, например, телевизор, да, там фильм какой-то, не смотря даже делаю это все. И вот как бы вот так вот получается, девочки. Ну все, девчонки, кто просил у меня, вот просили просто снять, как я это делаю, я вам показала. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Это для тех, кто попросил у меня вот показать именно, как я делаю вот эту вот кремообразную такую нашу вкусняшку. Спасибо вам, девчонки, за просмотр. Вот, до встречи. Люблю вас, целую.